Прошедшей ночью вагнерцам удалось достичь большого тактического успеха внутри периметра Бахмута. В ходе ночного штурма и попыток прорыва сразу в нескольких местах вдоль железной дороги, где проходит новая линия обороны ВСУ, им удалось преодолеть этот рубеж в районе железнодорожной станции и немного углубиться на запад. Тем самым, если ВСУ в ближайшее время не удастся выбить противника с занятого плацдарма, начнется последняя фаза битвы за Бахмут в его западных кварталах. На северном фланге ситуация неизменна. Борьба идет за контроль над школой номер 3 и группой высокоэтажных зданий западнее. На южном фланге также стабильно. Бои продолжаются вдоль улицы Корсунского. Обе стороны здесь ведут активные действия с переменным успехом уже на протяжении 2 месяцев. На северском участке бои идут у села Золотаревка. После занятия Спорного и закрепления там, основной удар ВСУ перенесло на нее. Задачи тут две. Взятием Золотаревки надежно обезопасить южный фланг Белогоровки и перерезать дорогу Т-13-02. На данный момент известно, что ВСУ закрепилось в лесных массивах и с них ведет активные действия, пытаясь пробить оборону противника в периметре села. На северном фланге Белогоровки в Кременских лесах войска РФ усилили натиск. Группировка здесь была усилена 2 БМПТ «Терминатор» и установками УР-77, что позволило создать превосходство в силах и продвигаться вперед. Российские военные опубликовали видеокадры, где мы можем наблюдать за работой УР-77, которая в ходе военного конфликта используется обеими сторонами не по назначению, а для противодействия пехоте. Ну, это было очень близко. Да. Зачем ей мир? Она одну кидает. В целом, сватовский сектор фронта, кроме Кременских лесов, перешел в позиционную стадию боев. Ни у одной из сторон нет достаточного количества сил и средств для продвижения. Зимнее контрнаступление РФ привело к небольшим тактическим приобретениям, и теперь обе стороны выжидают до окончания распутицы, чтобы начать активнее использовать бронетехнику. На Авдеевском участке нами также фиксируется переход к позиционной стадии на южном фланге и бои тактического уровня у Красногоровки, где ВСУ пытается выбить противника из занятого им месяц назад села и тем самым обезопасить железную дорогу, которая является основной артерией снабжения для этого участка. В Угледаре также переход к позиционной стадии. Российские войска больше не ведут здесь активных действий. Попытки взять и закрепиться в районе угледарских дач окончились неудачей. Фронтовая линия проходит в полях приблизительно в 1,5 километрах от этих дач. ВСУ пытается проводить разведки боем восточнее, но без особого успеха. Как мы это уже анализировали в выпусках ранее, в случае, если летнее наступление украинских войск окончится неудачей, фронтовая линия на всем ее протяжении перейдет в подобное состояние на перманентной основе. И обе стороны должны быть морально и материально готовыми к войне на истощение. Чем этот крупный конфликт на европейском континенте больше будет походить на Первую, нежели Вторую мировую войну, когда экономические факторы стали перевешивать военные из-за невозможности ни одной из сторон продавить оборону противника на оперативную глубину. На этом наш выпуск подошел к концу. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для лучшего понимания ситуации на фронте перейдите по ссылкам в описании.